что первое вам приходит на ум, когда вы собираетесь приготовить большое блюдо на компанию? Пицца, плов и шашлыки? Вроде бы норм, но у меня есть предложение поинтереснее, так что следуй за мной, я сейчас все покажу. Дапанджи, или большая тарелка с курицей. Блюдо приобрело популярность в Синьцзяне в конце 90-х годов. Говорят, что он был изобретен в Шаване, северный Синьцзян. Некоторые полагали, что блюдо изначально подавалось на нескольких тарелках меньшего размера, но позже вместо них была использована большая тарелка, которая и дала ему свое название. Блюдо подавали рестораторы вдоль шоссе Синьцзяня в качестве быстрого решения для водителей грузовиков, которые часто приезжали в нечетное время дня. Его богатый вкус и насыщенность быстро сделали блюдо фаворитом в регионе. Мне всегда было интересно узнать, кто же все-таки изобрел дапанджи. Это редкие кадры, где мистер Ли готовит большую тарелку с курицей. Наверняка приятно знать, что твое блюдо разлетелось по всему Китаю, а также в страны СНГ. А вот мне, друзья, будет весьма приятно, если вы досмотрите это видео до конца и поставите палец вверх. Всем спасибо, а мы начинаем. Ассаламу алейкум, уважаемые зрители моего YouTube канала. Как вы догадались, сегодня мы приготовим дапанджи, и для этого нам понадобятся специи, которые по-настоящему раскроют дерзкие вкусы Востока. А получится или нет, ты узнаешь чуть позже. Поехали! Итак, для начала разделаем курицу и нарезаем на небольшие кусочки. Картофель зачищаем и нарезаем произвольно. Помимо специй для дапанджи нам также понадобится лапиза или томатная паста, соль, сахар, полугорький перец сушеный и, конечно же, чеснок. Вернемся к специям для дапанджи. Обычно специи продают сборную в упаковках, как я показывал в начале ролика, но также вы можете их сами собрать, я думаю, это несложно, поэтому весь список я оставлю в описании к этому видео. Итак, нам нужно слегка отварить курицу, чтобы избавиться от ненужной пенки, которая могла бы возникнуть, если бы мы сразу начали обжаривать курицу. Поэтому отвариваем буквально пару минут и скидываем на сито. Теперь нагреваем сковородку вок, либо казан, в зависимости от того, в чем вы собираетесь готовить. Далее небольшое количество растительного масла и добавляем сахар, постоянно помешивая до тех пор, пока сахар не начнет пениться. Теперь закладываем курицу и обжариваем около 5 минут. Добавляем лапизу, картофель и обжариваем еще 2-3 минуты. Теперь переходим к специям. Соль, сахар, куриные гранулы. Добавляем воды ровно столько, чтобы покрывало картофель. Я заранее сделал мешочек со специями, это делается довольно-таки легко. И отправляем тушиться вместе с курицей и картофелем на 25 минут. Итак, прошло 25 минут. Добавляю свежий перец и даю настояться буквально пару минут. И в принципе все, друзья, блюдо готово. Обычно дапанджи подается с лапшой. Размер лапши называется лис джусая. В других вариантах дапанджи можно подать на лепешки. Но это уже совсем другая история. Баланс между вот всеми ингредиентами, что называется, просто симбиоз этих всех продуктов, это просто пушка. И я как любитель острова, который употребляет даже вот этот как перчик, который здесь находится, хочу сказать, что это просто чудесное блюдо, которое можно есть, мне кажется, целыми днями. Поэтому лайк. Егорыч, скажи свое мнение. По поводу дня или по поводу... По поводу блюда. Не знаю, не пробовал еще. Ну ты попробуй. Очень вкусно. Thank you.
Друзья, если вам понравился этот ролик, обязательно поставьте палец вверх, подпишитесь на мой YouTube-канал и нажмите на колокольчик, потому что каждую неделю я выпускаю по одному ролику, но скоро буду выпускать почаще. С вами был, как всегда, я, Эльзат Малик. Увидимся в новом выпуске.